Тише, тише. Я что-то слышу. Какой-то страшный шум. По-моему, это в кладовке. Ирина, ты слышишь? Да, я тоже слышу странный звук из кладовой. Алиса, в мистическом послании было написано то, что после того, как мы найдем живую воду, нас дома будет ждать сюрприз. Может, это он? Дима, Дима, что с тобой случилось? Девочки, когда я ехал к своей больной бабушке, мне выехал большой КамАЗ навстречу. Я еле успел затормозить. А когда я вышел, то обнаружил, что в кабине КамАЗа никого не было. Получается, что им управлял призрак. Потом меня кто-то ударил по голове. Я ничего не помню. Я уже очнулся. И спал здесь. У тебя кровь, Дима! Кровь? Димочка, малыш, как же тебя угораздило? Дай-ка я посмотрю, что у тебя там. Не болит? Зайчик, тебе не больно? Что будем делать дальше? Мы принесли живую воду. Может быть, ее нужно полить на рану, и она затянется? Это же живая вода. Ну, конечно, Ирина, скорее неси живую воду. Попробуем, вдруг Димочке станет легче. Давай, давай. Я попробую налить живой воды Диме на голову. Нет, я сама попробую, хорошо? Ну, хорошо. Дима, я сейчас попробую налить живой воды тебе прямо на рану. Ну как, тебе легче? Лучше? Да, голова сразу перестала болеть. Мне стало намного лучше. Ты можешь снять повязку? Сейчас попробую. Ой, шрамина у тебя там. Димочка, ну как? Тебе лучше, солнышко? СМС-ка от мистического квеста. Вы справились со вторым заданием, но сегодня вас ждет испытание посложнее. Одна из вас по решению мистического шара останется прикованной цепями и наручниками в этой комнате. Комнате страха. Ваша задача найти ключ и освободить пленницу до заката. Под дверью кто-то оставил мистический шар, и прямо сейчас он должен решить, кто из нас останется в этой комнате. Мистический шар, ответь! Должна ли я, Ирина, остаться в этой комнате? Нет. Ответ нет. Ирина не должна остаться. Алиса, значит, придется остаться тебе. Что ж, ребята, походу придется мне оставаться прикованной в этой комнате страха. Я недавно заметила, что здесь нарисованы пентаграммы и даже написано «Книга мертвых». Но что бы это могло значить? Видимо, мне придется остаться в заточении, но я вас очень прошу, поторопитесь. А ты, Димочка, будь осторожен. Не переживай, Алиса. Я позабочусь о Димочке. Не скучай тут. Все, один закрыт. Теперь второй. Я надеюсь, что мистический квест будет удовлетворен. Все. Я не смогу выбраться. Ребята, умоляю, прошу, поторопитесь.
подожди. Мне пришло СМС. Что там? Тут написано Лепегиль. Что бы это могло значить? Подожди, я знаю это место. Поехали. Ирина, Дима, умоляю вас, поспешите. Долго я здесь не протяну. Скорее. Дима, это точно то место по координатам? Что-то, блин, не похоже. Ну вот, Лепегиль. Перечеркнуто. По-моему, в послании было так просто. Идем, скорее, я нашла! Что ты нашла? Скорее! Смотри, здесь такое-то послание. Рука, а в середине какой-то глаз. Что это? А здесь какие-то иероглифы. Может быть, что-то внутри есть? Сейчас. МК, мистический квест, родники. Нужно опять вбивать в навигаторе и искать, где находятся родники, село это или город, я даже не знаю. Что это за иероглифы? Будем надеяться, что их возможно прочитать, и будет еще какая-то подсказка. Ну, не знаю, может быть, это просто обычный рисунок. Ладно, поехали, нужно искать родники. Садись в машину, поехали! А вот камень большой. Кость. Чего? Ну, какая-то записка. Достань, я очень боюсь. Дим, достань, пожалуйста. Ты не трогай ты эту кость. Ну что там? Она в крови. Еще одна записка. МК Бессоновка. Это то, что нам нужно. Это от мистического квеста. Посмотри, что здесь за картинка. Здесь расчлененный человек. Руки и ноги, голова, руки. Все разорвано. Блин, жесть какая. Валим отсюда, пока нас тут не расчленили. Стоит чемодан. Этот ящик. Вон, серый, мне кажется. Такой большой ящик для одного маленького ключа. Знак пентаграмма. Это знак мистического квеста. Что это? Дима, все верно, мы нашли ключ. Я думаю, что это тот самый ключ, который нам нужен. Ключ, который откроет наручники, и мы спасем Алису. Скорее, скорее, нам нужно вернуться до темна, уже темнеет. Так, все, поехали. Мы должны успеть, побежали.
зря мы согласились на этот мистический квест. Все, чем дальше, тем страшнее. Задание все сложнее. Сейчас бедная Алиса сидит там одна в кладовке. Без еды, без воды. Хорошо, что мы нашли ключ. Сейчас мы уже доберемся до дома и сможем ей в этом помочь. Я надеюсь, что это тот самый ключ, который мы искали.